Салют, это ДНК. Сегодня я уже приехал в поселочек Гюйнюк, который находится на южном побережье Турции. И отсюда сейчас мы отправимся по восточной Ликийской тропе. Сейчас 11:30. Не снимал, как мы сюда добирались, потому что мы еще несколько дней были в Анталии. И из нашего прибрежного отеля на западе города доехали сюда всего за 120 лир, что примерно равняется около 15-12 евро, что очень дешево. Для тех, кто прилетел и сразу же хочет с аэропорта отправиться на маршрут, конечно же, вам придется, скорее всего, ехать трамвайной линией от аэропорта до автобусной станции Анталья Отогар, откуда за 20 лир стоит билет до Гюйнюка. Ну, мы его доехали с комфортом, с ветерком, буквально за 20 минут на такси. Сейчас наша задача поменять еще немного денег, чтобы там, наверху, уже в горах, в поселочках, которые будут идти по маршруту, не иметь проблем с наличностью. Движемся по поселку Гюйнюк к КПП, к началу маршрута. Тут хорошие дорожки такие в поселочке, из брусчатки. Единственный момент, в банкоматах комиссия большая на обмен денег, на снятие с карточки. Предлагает 8% комиссию по невыгодному курсу. Плюс обменников нет. Пришлось сейчас в магазине поменять дешевле рыночного курса, ну потому что цена дорогая. Так что мораль, лучше снять. Так сразу поменять нормально денег в Анталии, чтобы потом не мучиться. Так, дошли до конца бетонированной дороги в Гюйнюке. И вот стоим сейчас над таким изрядно засохшим руслом реки. И вот здесь лавочка, источничек, и вниз сейчас эта тропинка ведет нас к каньону, и оттуда наверх, влево по Ликийской тропе. Наконец-то уже идем по тропе к каньону. Здесь так изрядно разъезжено. Думаю, КПП должно быть уже через 10 минут. Хорошие ароматные деревья, хвойные. Хороший климат. Вот там наверху над нашими горами, видимо, сейчас уже назревает какой-то дождик. Так что мы, получается, практически врываемся в грозу. Национальный прибрежный парк Олимпос. Такая красивая карта. И вот мы сейчас, ух, даже не видно, где мы сейчас. А вот мы Гюйнюк, каньон Гюйнюк. А вот мы сейчас по вот этому маршруту пойдем по тропе. Там стоит такой ларечек, будочка. Там дядя продает билеты и гранатовый сок. Вот интересная комбинация. Вот здесь такая дамба, запруда, которая вот является собой, делает собой вот этот вот красивый каньон. Ну а мы сейчас идем по той стороне и начинаем набирать высоту. Если пройтись немного вдоль канала, то выходим к такому знаку, указывающему на Ликийскую тропу и поселок Гюйнюк Елесы в 10 километрах. Идем в ту сторону и, не доходя до поселка, надеемся остановиться. Вот, собственно, вид сверху на каньон Гюйнюк. Там справа можно видеть белую полоску навесного моста, маленький ручеек на перепаде между заплавами, и там купаются люди,
Дорога идет туда, наверх, скалистым образованием. Ну, а мы дальше набираем высоту. Мы должны обойти вот этот хребет и выйти с той стороны на верхнем русле реки. Вот такими вот тропами и идет Ликийская тропа. Простите за тавтологию. Много поваленных деревьев. Но тем не менее, хотя кое-где деревья и переграждают путь, все-таки по большей части здесь дорожка прочищена. Видно, заботятся какие-то службы парка за проходимостью местности. Всего лишь на 220 метров забрались. Ну вот, вышли на небольшую красивую обзорную площадочку. На окрестные горы. Красота. Там уже слышно сзади еще какая-то группа русскоязычная. Очень быстро приближается. Будем дальше двигать. Прошли мимо русла довольно-таки широкого ручья, но, к сожалению, он сухой. Сейчас 28 октября, погода сухая, и хотя в районе места, где должен быть ручей, было влажно, но воды на поверхности не было. Поэтому нужно учитывать эти проблемы с влагой на маршруте. Вот подошли к такому интересному фрагменту маршрута, когда нужно набрать высоту вот такой расселения между камней. Нависают розно-булыжники над головой. Но красиво. Нужно быстренько здесь проскочить, не нарушая покоя этих гигантов. Фух, остановились на небольшом видовом месте. И сейчас готовимся обедать. На обед у нас сметана 0,5 килограмма. Хлеб. Но, очевидно, взяли маленький. Зря. Он очень пушистый. Сейчас его весь за раз и съедим. Сыр. 0,5-килограммовый кружок. Но это нам на несколько дней. Тоже сейчас им возьмемся. Колбаска. Украинский импорт. Вот. Ну и все. Запить водичкой. Заесть такими батончиками, как на десерт. И все. Можно врываться. Обед занял около 40 минут. И вот по такому крутому склону набираем высоту. Еще 4 километра до предполагаемого нашего места кемпинга. Перед нас уже вышло 2 или 3 группы. Поэтому, скорее всего, будет занято самые хорошие места. Ну, будем надеяться где-то с краю примоститься. Вот так, прямо среди тропинки, кто-то раскладывал кострище. Ну а мы поднимаемся. Вот сейчас нам нужно пройти этот перевал, еще около 80 метров набора, и за этим следует спуск к каньону. Ну что, Наташа, как твои впечатления от первых 5 часов похода по Ликийской тропе? Мне очень жарко, и пока я думаю о море. Вот так, Наташа неизлечимо любит море. Вот. Ну а мы здесь испытываем на прочность ее любовь и пытаемся влюбить ее в горы. Вот так. Итак, добрались до вершины перевала. Ну как до вершины? Практически до вершины, до ровной полянки на вершине перевала. Вон там есть еще помещен на карте так называемый viewpoint. Еще примерно 20 метров высоты, откуда можно хорошенько осмотреться вокруг. Что примечательно, хотя я лично купил газ для этого путешествия, о чем мы еще поговорим далее. Здесь достаточно много кострищ, и дровишки тоже есть. То есть, в принципе, сюда можно идти с казанком. Ну, хотя бы, да, для того, чтобы там нормально себя чувствовать возле моря, нужно взять с собой щепотницу. Потому как тут мы все-таки в лесу, возле моря может быть туговато. Ну, площадка удобная, выровненное место под палаточку. То есть, правда, здесь нет воды, но если вы случайно взяли с собой литров 5, то можно здесь поотдыхать.
Вот так. Теперь мы готовы к тому, чтобы быстро, стремительно спускаться вниз к каньону и искать место под лагерь. А с этой обзорной площадки, с этого вьюпоинта открывается роскошный вид туда, в сторону моря, откуда мы пришли, с поселка Гойнюк, и туда, в сторону хребта, куда нам только предстоит добраться. Обворожительные виды. Делаю к закату, и солнце, немного выйдя из-за тучи, светило такую прекрасную картину. Таких подобных пейзажей здесь множество. Также много вот таких красивых вывернутых деревьев. Тоже отдельный вид. Спустились к реке, но русло сухое. Только небольшая лужица осталась. Не густо нашего намеченного места за 400 метров. Надеемся, там мы выйдем к каньону, который более богат на воду. Не место, а красота. Удивлен, что здесь никого не оказалось. Ровная площадка, вода. Может, будет немного прохладно, зато не надо будет никуда бегать. Ташка, мы пришли! Ура! Вода, наконец-то! Купаться можно! Так, вот поставил на горелочке водичку на чай. Вот. Ну, а с газом, конечно, в Анталии обычная история. В Анталии есть несколько магазинов Декатлона. Мы сразу поехали в Декатлон Эраста. Это магазин Декатлон в торговом центре Эраста, соответственно. Он по пути на автовокзал. И как раз и трамвайный путь туда проходит. Но там газа не было. Нам подсказали, там мы проконсультировались, консультант посмотрел в базе данных, что газ есть в Декатлоне в Террасити. Но мы решили не ехать, а поехали. Есть известный магазин Tibet Outdoor. Был в центре Анталии. Магазин был, но сейчас он не работает, но тем не менее на станции аренды такси возле магазина Tibet Outdoor можно купить газ. Стоит 40 лир. Вот такие вот баллоны. Подходит обычный сюда разъем. Вот под обычную горелочку. Моя трамповская горелочка работает. Единственное, что во-первых, по весу он намного легче, чем, например, если купить оригинальный трамповский баллон, вот, то вот этот вот баллон Нюргез намного легче. Ну, возможно, это как-то связано с смесью. Другой неприятный момент, что вот из двух баллонов один оказался то ли бракованным, то ли я не знаю, в чем проблема. В общем, он не работает с моей горелкой. Хорошо, что я купил два баллона, хотя на нашу протяженность маршрута это было не обязательно, но я решил подстраховаться, когда попробовал его на вес. Вот. Ну и качество его как-то сразу у меня не вызвало доверия. В итоге один баллон не работает. Не знаю почему, может быть, вот здесь не пробило вот этот фитиль, который вот из баллона выходит. Может быть, еще какая-то проблема. Ну, лезть острым ничем в баллон я не буду. Как по мне, оно должно работать как часы. Система тут простейшая. Ну, по факту, один баллон не работает. Газ из него чуть-чуть вышел, запах пошел, но горелка не включилась. Вот второй баллон хорошо, к счастью, работает, но газ тоже такой себе в нем. То есть, я бы не сказал, что я сильно рад и сильно доволен качеству, в общем, этих баллонов и так далее. Тут, в принципе, пока мы не вышли к морю, дрова есть. Поэтому лучше, конечно,
имейте возможность кипятить на дровах. У меня, к сожалению, даже тары нет на дрова, я полностью заточен на газ. У меня легенькая алюминиевая кастрюлька, которая не предназначена для кострового использования. Ну вот так. В общем, с газом будьте осторожны. Ну, она достаточно хорошо освещает пространство. Сделали костерок. Сейчас принимаемся за чаепитие. Чуть позже возьмемся за сублиматы. К нам кто-то идет. Посмотрим, кто это. А, в целом все. Завтра желательно проснуться пораньше, чтобы успеть дойти до поселка Демре. Ну так. Ну все, до утра. Утро второго дня. Проснулись около 8, пока собрались с духом, пока вылезли из палаток. Вот уже и 9. Всю ночь шел дождь. Не очень приятно. Палаточка наша легкоходная достаточно сильно прокапывала наш трамп. Вот. Но в целом справилась. Единственное, что плохо, что тамбура не удалось нормально растянуть. И это повлияло на то, что, насколько намокли вещи в тамбурах. Ну так, буквально немножко от конденсата именно. Потому как от плохого натяжения конденсат сразу же стекал вот на рюкзак. Кипячу воду сейчас. Запарим сладкий сублимат и заварим чай и будем начинать наш день. Хотелось бы хотя бы к 10 выйти. Сегодня предстоит около 15 километров. Так, заварил сублиматики и вот такая вот еще фильтр кава. Доселе не открытое для меня явление. Нужно медленно налить туда 150 миллилитров кипяточку и через бумажный фильтр нафильтруется идеальный, прекрасный кофе, если верить рекламным проспектам. Ну, сейчас попробую, насколько это соответствует действительности. Ну а на завтрак у нас сегодня каша банановая с сухофруктами и гранола ореховая с шоколадом. Он чуть-чуть гранолы высыпал, вода попала на руку, обжегся немного, но нормально. В лесу уже приглянуло солнце. Тут рядом с нами еще несколько человек, человек 6, тоже группой из Украины ребят. Ходили тут, купались всю ночь, веселились. Вот. Ну а я не могу налюбоваться, как красиво выглядит, когда солнце в каньон начинает просвечивать. Как шикарно лучи прорываются сквозь гущу леса. Магия. Фильтр кава очень даже вкусная. Практически как в офисах подают. Вот здесь, в этом скальном образовании, такая на стене красивая каустика. Надеюсь, камера вам ее передает. Каустика — это отражение бликов воды на различных поверхностях. Итак, на часах 11 часов мы собрали лагерь и начинаем наше движение снова вверх. Нужно набрать сейчас 700 метров. Будем идти вдоль каньона. Выдвигаемся.
Очередное видовое место. Отсюда хорошо виден каньон. Такие огромные валуны с двух сторон. Достаточно высокие его склоны. Через каньон лежит такой немножко уставший месточек, сделанный из необработанной древесины. Сейчас попробуем перейти через него, не намочив ног. Не знаю, как вам на видео, но мне очень нравится такой вид. Такой буквально приключенческий пейзаж. Полуразрушенный мостик. Поток воды. Красота. Встречаются здесь по пути каньона и вот такие переходы, где не намочиться будет довольно трудно. Вот получается такой поход с элементами каньонинга. Кстати, на англоязычном, американском, как правило, ютубе под каньонингом подразумевается не только сплавы по каньонам на байдарках и лодках, но и в том числе пеший туризм. Много такого контента. Смотрел, вам советую тоже взглянуть. Ну, здесь каньон, конечно, не американского масштаба, но все равно получить свой адреналин получится. А вот какой-то рачок бегает, значит, можно наловить здесь и раков. Словил какую-то себе добычу. Гуляет. Выбравшись из каньона, выходим на такую площадку. Указатель на кемпинг, который расположен недалеко. И здесь уже прокладывается вдоль каньона дорога. Стоит признать, что каньонинг достаточно тяжелое и времязатратное мероприятие. Поэтому мы немного сошли с тропы, которая идет по той стороне гряды, и идем по дороге для того, чтобы успеть к обеду выйти к поселку Гуйнюк-Яласы, чтобы там подкрепиться в каком-нибудь кафе. От дороги вышли уже, собственно, на тропинку в лесу, которая поднимается по горе. Единственное, что планы на день сбиваются, так как вот мы за 3 часа прошли по факту по трекеру чуть более 6 километров. Но по карте это всего лишь 3 километра. То есть, естественно, картографических 15 километров мы сегодня не сделаем, как планировали. Придется где-то остановиться раньше. Это меняет совсем логику маршрута. Пока я не понимаю, почему так получается. Хотя идем мы по точкам, как и планировали. Вот мы уже вышли в зону, где активно ведется хозяйственная деятельность. Рубится лесок. Там вот на холме уже разбит сад. То ли вино, то ли финики растут. И вон череда зданий. Там уже видно какое-то фермерское хозяйство и дога-кэмп. Вот, где можно остановиться. Реклама этого дога-кэмпа краской нанесена по всему маршруту. Дошли наконец-то до дога-кэмп. Вот купили прекрасного гранатового сока. Всего 5 лир. Этот глоток уходит за кадр. И будем кушать бутерброды с колбасой. Да, с украинской колбасой. Вот. Ну, а тут такое. Кемпинг, действительно, несколько. Вон вижу, гостей тут отдыхает. Отсюда можно трансфер заказать. Покушать тут можно. В общем, шикарное место. Отметьте себе. Я думаю, сюда удобно заходить, когда вы идете в обратном направлении. То есть, в принципе, если тут покемпинговаться, то можно сделать переход прямо сразу до каньона Гуйнюк. Продолжаем дорогу от дога-кэмпа, направлено к нашему маршруту. В целом, очень приветливо нас встретили владельцы. Мы купили у них 4 стакана этого сока. Они еще угостили чаем, угостили мандаринами нас бесплатно. С радостью рассказывали нам о турецком языке. Слова нам говорили, подсказывали. В общем, всецело развлекались.
Ну, мы так с ними посидели, поболтали минут 40 на ломаном англо-русско-турецком. И мы движемся дальше. То, что в Карпатах делают обычными воротами с щеколдой, здесь сделано каким-то достаточно сложным способом при помощи лестницы. Вот. Ну, занятно, конечно. Напали на гранатовый сад. Сорвали несколько штук. Они уже расцвели и раскрылись. Вот. Еще пару штук съел. Невероятно, но это улица между чьих-то дворов, которые так плотно стоят, что не поймешь. Вот так на дереве сделана у людей беседка. Вдалеке уже слышно, как муэдзин с минарета зазывает на молитву. А мы уже чувствуем на себе, как капает дождь. Нависают тучи, немножко накапывают дождь, но мы уже вышли к части тропы, откуда вновь видно море вдалеке. Хотя дымка такой влаги немного скрывает пейзаж, но все равно панорама завораживает. Капли падают на камеру. Ну а мы идем снова по грунтовой дороге. Тут вдоль горы. Да, дождь теплый. И мы буквально, получается, на краю тучи. Поэтому еще не намокли. Так, идем по такой зоне опять вырубочки. Еще одна дорога прокладывается. Лают псы. Потому что, судя по карте, недалеко там находится местная ферма. Уже сейчас темнеет. Буквально закат начинается через 10 минут. Темнеет очень быстро. Нам осталось ровно 5 километров. Если верить карте. Вот. Ну так, достаточно длинный маршрут получается, как для одного дня, в плане того, что мы не успеем до темноты. Но я надеюсь, сейчас 6 к 8 вечера, чтобы уже точно быть там. Все-таки хочется полюбоваться знаменитой крепостью в поселке Кюндере. А вот и что-то хозяйство. Индюки веселятся. И вот возле фермы такое интересное место. Я бы сказал, что-то похожее на полонину. Но, возможно, как-то используется еще для конепроизводства. Либо просто выпасают коров. Несколько деревьев, такое ровное место. Достаточно красиво выглядит среди местного, пусть и редкого, но леса. А вот и внизу уже огни Кюдельме видны под линиями электропередач. Луна уже достаточно светит хорошо. Темнеет быстро. Практически по ночи уже идем, ничего не видно. И вот стоит указатель, показывающий, что нам нужно туда вниз, в Кюдельме, 4 километра. При входе в Кюдельме зашли вот в такую гостиницу, кафе. Тут нам предложили покушать за 40 лир курицы. В магазин мы уже сходили, купили немного еды. Вот сейчас сидим в таком уютном месте.
Что, Наташа, пойдем к крепости ночевать или тут? Да, пойдем к крепости ночевать. Ну, пойдем попробуем, сколько да? Сколько до крепости? 500 метров. Давай к крепости. Ну, хорошо. Посмотрим, что тут может, если что, вернемся. Вдруг у крепости что-то не получится. Но мы заканчиваем день. 21 километр прошли. Нужно, конечно, выходить раньше. Если мы бы вышли в 9, нам бы идеально хватило с 9 до 6 времени 9-часовой переход. Но, может быть, если вы соберете свой рюкзак немножко полегче, то будете идти более быстро. Ну, это, как обычно, нужно более мудро заниматься своим снаряжением. Вот так. Ну, что ж, до завтра. Утро третьего дня, собрали лагерь, стояли сегодня у крепости римских времен. Вон она, не очень хорошо видна на камеру, ее серые своды, ну не очень много от нее осталось. До 9 утра шел дождь, поэтому сейчас опять собираемся, выходим только к 11. Площадка здесь огроменная, может стать палаток 12. Тут такая стоит старинная каменная дамба. Там очень мощный поток воды. Просто невероятный, как будто целый коллектор течет с гор. Вот. Ну, погода такая перманентно дождево-солнечная. Вот. Но мы надеемся сейчас выйти. Сегодня у нас 13 километров. Большой подъем, большой набор высоты. Вот. Будем смотреть, насколько удастся нам реализовать план на день. Вот здесь такая каменная насыпь, похожа на дамбу, либо древние остатки укрепления. Ну а вода здесь, хочу что примечательно показать, выглядит вот так. Такой шумный поток и стекает вниз по канализационным стокам поселка. Ну и отсюда идут трубы. Туда вниз, куда-то таким самодельным водоснабжением. Это гигантское дерево, это платан. Смотрите, какой гигант. Вот мы специально попросили Наташу там постоять в качестве модели, для того, чтобы показать, насколько он огромен. Вот просто скала, деревянная скала, тысячелетнее дерево. А вот здесь уже он подвергся такому сожжению, но тем не менее продолжает расти. Вот все эти бабушки-яги, которые живут в деревьях, это вполне реально вот в таком дупле. Просто представьте себе этот уровень. Вот забрались внутрь крепости, здесь нет ни билетеров, ничего. Так, несколько разрушенных стен, тропинки вдоль всего этого богатства. Поселочная дорога водит нас от крепости вверх в горы, в достаточно густой хвойный лес. На таких джипах возят туристов смотреть на пейзажи. Мы уже подходим к финишной на Тахталы. Хотим еще перед подъемом на его траверс посетить поселок Яйла-Кюздере. Сейчас вот сюда будем туда идти. Пока большого подъема высоты нет, мы движемся по проселочной дороге. Здесь регулярные обвалы происходят, много меток. Идти, в принципе, просто. Погодка хорошая, солнце не давит. Единственное, что волнует, не словит ли нас сейчас гроза при подъеме на склоны Тахталы. Сейчас рассчитываем за час дойти до поселка, чтобы, может быть, там пообедать.
Перед поселочком вот такие вот знаки порекомендуют нам ворваться к ним в гости в ресторан. Но, по правде говоря, тропа идет вот сюда. В целом, стоит отметить, что часто владельцы кемпингов и ресторанов по пути подменивают, в общем, значки, подрисовывают тропу, чтобы завести к себе в заведение. Но, в целом, так как нам нужно пообедать, и дорога примерно все равно идет в ту сторону, мы на эту провокацию сейчас поддадимся. Вот, зашли только что, пообедали в пансионе в поселочке перед горой Тахтал. Получилось, нам каждому дали по чорбе, по каким-то нут с томатным соусом, это бобы, потом тарелка риса булгура, салат помидорный и два стакана холодной воды. Итого это обошлось нам 100 лир. Вот. Что, в принципе, для вот такой удаленной местности, я думаю, да, нормально. Хотя и до этого вчера мы поужинали курицей, салатом и чаем за 80 лир. Но, в принципе, спасибо хозяйке и на том. Ну а мы бодрые, веселые, полные энергии, готовы двигаться дальше. Для такой удаленной местности такая новенькая сделанная мечеть. Видимо, недавно построенная, ну либо серьезно реставрированная. Иногда на маршруте начали попадаться вот такие вот трубки с водой. Такие питьевые маленькие фонтанчики, можно сказать. Но вот этот конкретно засох. Чуть раньше один или два вода была. Ну а так большинство из них сухие. Грунтовая дорога закончилась. И мы вот уже подошли к такой полянке, на которой стоят то ли пчелиные улья, то ли непонятно что. На карте здесь отмечена вода, но воды нет. Хотя кастрище тут довольно масштабное. Наша дорога туманным лесом продолжается. Вот здесь такие красивые засохшие деревья. Очень много хвороста. Тропинка очень хорошо проглядывается в камнях. Вообще очень атмосферная местность. Нам до Чичикыр Яйлы еще 2 км. Вот, на часах 17:15, через 45 минут темнеет. Мы уже в зоне тумана, примерно на высоте 1280 метров. Уже достаточно прохладно. Нужно успеть хотя бы сделать программу минимум на сегодня. Вышли к какому-то сооружению непонятного назначения. Ограждено забором. А вот такой шикарный вид открывается на скалы. Солнце разгоняет тучи. И здесь уже пейзаж совсем невероятно. Строится какое-то здание. Пейзаж все-таки потрясающий. Там просто недостроенное здание. Несколько групп там разместились, но мы тут станем прямо здесь на ровном. Не будем уже играться. Речка недалеко есть, вода, все, что нужно. Вот тут, по-моему, место просто идеально смотрит на нас. Все. Здесь, на этом кемпинге, перед подъемом на перевал к Тахталы, очень хорошее место. Здесь очень много воды местным меркам. Здесь еще такой вот ручей. Набрал себе 2-5-литровых фляги для того, чтобы... Чуть-чуть потратим, там 2 литра нам нужно на обед и чай. А остальное нужно будет
утром положить на солнышко, и можно будет в теплом покупаться, потому как вода холодная. Тут тоже на высоте уже холодно, тут примерно 1400 метров. Поэтому нужно будет на солнце воду подогреть. Ну, конечно, для того, чтобы такими канистрами пользоваться, нужно обязательно брать с собой кружечку, чтобы черпать. Так сама по себе канистра не очень подходит для набора воды. Она такая, больше для транспортировки. Все, разбили лагерь. Есть довольно хорошая, удобная площадка. Вон там лавочка широкая. Надеемся сейчас на ней поужинать. Небо ясное. Можно надеяться на хорошую погоду на завтра. Кушаю сублимированный борщ. Это примерно настолько же мерзко, как диктаторский режим Лукашенко, например. Да, это в память о белорусах, которых мы встретили по дороге, и которые жаловались нам на то, как их сильно бьют ни за что, за то, что они в Бресте вышли просто прогуляться после выборов. Вот. И сублимированный борщ, он такой же мерзости, как и лукашенковский режим, но как и с режимом, так и с борщом, нам нечего сейчас взять другого, поэтому приходится давиться и с широкой улыбкой делать вид, что нам вкусно. Не знаю, как легкоходам удается все-таки так содержать такой маленький свой рюкзак. Я вот в своем рюкзаке нес много одежды, сейчас в нее оделся, и все равно холодно. Высота 1400, несмотря на то, что Турция, Лигийская тропа, все равно температура близко к, не знаю, к плюс 2, к плюс 5 градусам. Очень холодно. Секрета легкоходства я не понимаю. То ли я такой мерзляк, то ли люди имеют какое-то супер теплое снаряжение. Завершаем третий день. Стоим лагерем у подножия горы Тахталы. Вот, рядом такая небольшая двухэтажная колыба, там группа из 11 человек, тоже из Украины. Немного поболтали с ребятами. Вот сейчас поужинали борщом. Сублиматы очень невкусные. По палке колбасы, буханка хлеба. В общем, запили чаем. Классический ужин. Сейчас готовимся ко сну. 8:30. Завтра нужно пораньше встать, хотя бы 5 утра, чтобы успешно сходить на Тахталы, потому что уже ближе к обеду его точно занесет тучами. Но, конечно, решение будем принимать завтра. Будем смотреть, какая погода, будем смотреть прогноз, потому как идти на вершину ради галочки, если там будут сплошные облака, тоже не хочется. Все, на этом заканчиваем. Встретимся утром.